Во дворе детской республиканской клинической больницы имени Набиба Магомедовича Кураева прошло мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в честь отличника здравоохранения ДАССР, заслуженного врача Республики Дагестан Абидова Зайнала Абида Абдуллаевича. На церемонию собрались все те, кто работал, уважал, коллеги и близкие врача. Открыл мероприятие главный врач детской республиканской клинической больницы, врач высшей категории Махачев Сирожидин Магомедович. Пусть меня простят. Если вот эту больницу мы назвали бы честь Зайнала Абдуллаевича, было бы очень справедливо. Потому что, вы знаете, вот столько лет работая заведующим отделением, он не только вот здесь, он в республике создал детскую реанимационную службу. Родился Абидов Зайнал Абид Абдуллаевич 1 января 1950 года. В 1975 году окончил Туркменский государственный медицинский институт. В 1987 году переехал в город Махачкалу, где работал анестезиологом-реаниматологом в детской республиканской больнице. А вот с 1990 года был назначен заведующим отделением реанимации. Также являлся штатным сотрудником Республиканского центра медицины катастроф. В 1989 году награжден званием отличника здравоохранения. В 1997 году заслуженный врач Республики Дагестан. А в 2003 дипломом Министерства здравоохранения Республики лучший врач года. Выразить свои эмоции и отношения к Зайналу Абиду Абдуллаевичу пришли заместители главного врача детской республиканской клинической больницы по хирургической части Магомедов Абдурахман Дадаевич, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Дагестанской государственной медицинской академии Абасуев Ильдар Абасуевич, заведующий уро нефрологического отделения ДРКБ Заурбеков Максуд Муртазалиевич. Также были и те, кто учились врачом. Выразить свою благодарность пыталась и вдова врача. Хочется выразить огромную благодарность людям, которые не остались в стороне в организации этого доброго дела. Патимат Алиева, Магомед Зурканаев, Ахмед Зайпулаев. Прибойные новости.